Всем привет! В этом видео мне хотелось бы поподробнее остановиться на том, какие именно доходы вас ждут при покупке рендер-фермы. Во-первых, вы начнете получать ежедневный пассивный доход от работы своего компьютера, причем прямо с первого дня, как только приобретете программу. Средняя прогнозируемая доходность от рендеринга составляет от 100 до 200% годовых, что в мире бизнеса считается не просто очень хорошим показателем, а является практически сверхприбылью, учитывая тот факт, что этот бизнес не требует от вас вообще никаких дополнительных расходов. Давайте посмотрим не теоретические, а реальные результаты по доходу с рендеринга. Здесь мы видим, что вчерашний доход составил $5 46 центов, а сегодняшний $3 83 цента. Здесь также видно, что общий доход, полученный от рендеринга, составляет $629 79 центов. Лично для меня уже только этого факта было бы достаточно для того, чтобы начать бизнес-сотрудничество с G-Network. Но компания предусмотрела еще целый ряд вознаграждений своим партнерам. Давайте рассмотрим их. Вы начинаете получать личные премии размером до $150 каждая. Вы также получаете командную премию, начисляемую ежедневно. И для того, чтобы понять, о каких деньгах идет речь, я предлагаю посмотреть на доходы одного из наших партнеров. Вот здесь видно, что если личная премия составила всего $1618, то командная премия только на лицевом счете уже превысила $42 000. А вместе с премией по накопительному счету общая командная премия превышает $64 000. Я думаю, что это очень неплохой стимул для того, чтобы помогать другим членам своей команды. Откуда берутся эти деньги? Все очень просто. Когда кто-то из вашей команды, неважно на какой глубине, например, из 543-го поколения, покупает рендер-ферму или какой-то другой продукт, то вы получаете баллы. Они приходят к вам даже тогда, когда кто-то в вашей команде просто зарабатывает деньги на рендеринге. А так как это происходит ежедневно, то и баллы к вам приходят также каждый день. Давайте посмотрим, так ли это. Открываем вкладку «Баллы» и видим, что они действительно поступают к нам ежедневно. Здесь видно 28, 29 число, 30, 31, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и так дальше. И вот сегодняшнее число тоже. Сегодня. И статистика настолько подробная, что мы можем даже увидеть внутри любого дня, от какого именно партнера и в каком количестве пришли эти баллы. Таким образом, каждый раз, когда у вас с обеих сторон накапливается суммарно 900 баллов, соотношение 450 на 450, 600 на 300 или 300 на 600, вы получаете ровно $100. Этот доход очень интересен тем, что он практически никогда не становится меньше. Он только растет. Так как количество рендер-ферм в вашей структуре постоянно увеличивается, то соответственный доход по этому бонусу со временем также будет расти. Хотелось бы также коснуться еще одного вида дохода, который, кстати, начисляется моментально и, в принципе, может быть получен вообще без ваших усилий. Я говорю о доходе по потоку. Как нам найти наш поток? Заходим на главную страницу, находим кабинет потоки, нажимаем на ссылку и попадаем в потоковый бэк-офис. Здесь нажимаем на иконку потоки. Что происходит, когда новый участник попадает в поток? Все те, кто находится в верхней части потока, получают по $20. Лидер получает $40. Таким образом, попав в верхнюю часть потока, вы зарабатываете 6 раз по $160. То есть в общей сложности $960, даже если никого сами не пригласите в этот замечательный бизнес. Чтобы не делать это видео очень длинным, я не буду подробно останавливаться на оставшихся видах дохода. Поверьте, они очень интересны, и тем, кто хочет узнать все детали, я просто советую внимательно изучить маркетинг-план на сайте компании. Единственного дохода, которого нет при покупке рендер-фермы, это инвестиционного дохода. Но об этом виде дохода вы узнаете из другого ролика. Успехов вам!